часики такие прикольные. Там французские карусельки. Сейчас мы пойдем на них кататься. Куплю билетиков ему. Детский билет стоит 25 гривен на любой аттракцион. И до 4 лет, по-моему, с ребенком взрослый идет как провожающий, сопровождающий, без денег. Бесплатно. Вот касса. Сейчас куплю билетиков. Такие статуи мне нравятся. Железо металлические. Купили Давиду сразу побольше билетиков. Вот. В одной кассе можно покупать сразу детские билеты на любой детский аттракцион. Ну, все, теперь идем кататься. Классно! Сакода. Билеты сниму. Бабушка наша держит билеты. Сразу побольше купили, чтобы уже не подходить к кассе. Нет? Что ж нет, если тут так плохо? Куда? В самолет его не видно. Может, на лошадку? Или в машинке? В машинке же уже были. В самолете видно, как раз там он сзади. А, вот этот не надо. Не, в этот не надо. Вот здесь вход. На воздушный шар. Да, его не видно там. Вот на лошадке. Пошли, Давид. Да, выбирайте кого. Кто вас не тот? Я же не против запустить. Вы выбрать-то придется. А я показываю. Вы видите. Да, у меня вчера было. А, нет. А вот ребенок боится, я спросил. Ладно. Ну тогда я еще с ним пойду, с ними пойду пока попаду. Все. Двое взрослых, и тут с ребенком, которому 5,5 лет. Пошли мои выбирать себе, на чем покататься. На машине уже катался Давид. Теперь, видимо, будет самолет. Вот этот самолет. Нет, на лошади. Здорово. Воздушный шар. Пока. Какая-то карета. Лошади. Дави, наверное, страшно. Лошади высокие очень. Ну посади на что-то другое.
посади на что-то другое. На маленькую лошадь. Дава маленько испугалась. Сюда, сюда. Я там хожу, а нож выходит сильный и смелый.